Полиция, открывай! Задержанию злоумышленников предшествовала длительная оперативная разработка, проведенная сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков краевого УМВД. Одновременно в Чите, Кыринском районе Республики Бурятия при силовой поддержке бойцов спецподразделений были задержаны 12 активных участников группировки. У них изъято свыше 10 килограммов марихуаны и гашишное масло, расфасованное в шприцы. Оперативники установили, что у каждого задержанного была своя роль в группе. Жители Кыринского района и Бурятии изготавливали наркотики. Два лидера группировки, в том числе 38-летняя женщина, поставляли крупные партии зелья в Читу, где избывали его. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам грозит до 20 лет лишения свободы. Лидеры и активные участники группы находятся под стражей.